Вас приветствует группа «Терминал». Бабки сдавай. Кто нас знает? Очень не вовремя. Так как я не Стас Михайлов, вообще не похож. С творчеством которого вы прекрасно знакомы. Нет, а нет, мы группа «Терминал», поэтому, с вашего позволения, между песнями я немного буду рассказывать о нас. Конечно, спасибо всем, кто нас знает. Ну, я думаю, в зале будет многим интересно узнать что-то о нас нужно. Что, бокал? Эхо. Бокал. Пиво. Звукорежиссер попросил убрать их. Ну что, девочки? Девочки, вам лед не нужен? Я могу поделиться? Не, ну у нас еще на самом деле есть. Однажды утром я проснулся и понял, что жизнь моя скучна и однообразна. Она состоит из цепочек, которые я выстроил, чтобы не попадать в неудобные для себя ситуации. Так проходит день, за этим днем проходит еще день, и складывается ощущение, что я не создаю события, я не управляю своей жизнью.
проблем. Жизнь от лишнего очисти и не бойся перемен. Пусть теперь тебя не приучит сигареты и ангелин. Скажем, цель даром сердца стала лучше, чем другим. Руку побеждая, убеждаешь, мы не зря. С каждым шагом побеждая, пересиливая себя. Всех с собой бывает хаос, новый порядок вновь. Тот, кто ничего не ищет, вряд ли что-нибудь найдет. Как-то я снял квартиру, в нем стоял хозяйский телевизор. А в прежней квартире, которую мы снимали, телевизора не было. Вот. И мы начали смотреть телевизор, и самым полюбившимся нашим шоу стал «Дом-2». И вот, пребывая в необъятной любви к Ксении Собчак, родился текст этой песни. Называется «Почему?» Вечный вопрос. Наши люди, да?
А кто-нибудь в зале писал в своей жизни стихотворение? Да. В зале нет. Спальня. Бильярдная семья отдельная, да? Я могу поспорить, что было стихотворение про вас. Лицо. Форма лица. Брату Ванчич! Оранжевые! Вообще ничего общего. Это уже на слово. Я не писал. У меня две руки просто. Следующая песня про осень. Вас поем и в осень. Брат! Листьям, песня называется «Листья цвета сентября». Сразу скажу, песня не моя. Да вообще, в принципе, все хорошее, что сегодня вы слышите, будет или чье-то, и написано любым участником. Да понятно. Гидляк.
Вы вообще узнаете песни какие-нибудь? Да. Там мы специально поменяли аранжировки некоторых песен, еще добавили много новых, чтобы вас запомнить, чтобы вы проверили свою память. Это вообще все песни Стаса Михайлова. Следующая песня из новых. Сохраню с собой. Чашку одну принесли, да? А, это не и еще один стакан. А, давай, а,
значит?